Мать честная. Ты посмотри. Красота. Как вы отнесетесь к тому, чтобы сбежать с этого скучного вечера? Зачем тебе эта школьница? Что, в Москве взрослых баб нормальных не хватает, да? Я всегда такую искал, чистую и непорочную. Не торопись. А к этому принцу твоему надо еще приглядеться. Плохая карта. Не сегодня, завтра. Нас объявят банкротами. Деньги ведь не главное, правда? Важно, что мы вместе. Я не хочу назад. Эй, сюрприз. Папа. Да, да, конечно. Он тут. Банк отозвал свой иск. Анжелика, это ты мой ангел-хранитель? Надолго к нам? Я не знаю. На пару месяцев, может, больше. Тебя что, муж кинул? Развод не настоящий. У Кирилла проблемы с бизнесом. Ему угрожали. Врет он тебе, понимаешь? Когда ты нас заберешь, а? Улыбка пересмешника. С 11 января. После программы «Время». Ну, я тебя предупредил. Обидишь Вику? Свернувшую.